Школьники, студенты, представители администрации и сами ликвидаторы последствий аварии собрались около монумента под названием «Желтый лист». Он был установлен в память об участниках тех событий. Те люди, которые ликвидировали последствия этой аварии, совершили подвиг во имя жизни. Зная, что ты погибнешь или будешь болеть невосполнимо, идти защищать людей, детей, мир, жизнь – это подвиг во имя жизни. Поэтому низкий вам поклон и живым, и низкий поклон тем, кто ушел. Всего 900 сочинцев были призваны на ликвидацию последствий той страшной аварии. Многих уже нет в живых. Их имена не могут вспоминать без слез ни жены, ни дети, ни сослуживцы. Моих уже сослуживцев, многих нет. День памяти. Вспоминаем, надеваем вот ордена и все. Те события хорошо помнит и Валерий Мейер. Он одним из первых был призван на место аварии в составе пожарного батальона и пробыл там целых 3 месяца. Дали мне 18 пожарных машин, солдат, и застучали колеса теплушек, и мы поехали на войну, потому что это была настоящая война. Несмотря на то, что вот выгрузились мы из эшелона, выгрузили технику, пили птички, была зеленая трава, но везде стояло по обочинам: стой, опасно, заражено. И мы тогда почувствовали всю степень ответственности, которая лежит на наших плечах. Благодаря самоотверженной работе ликвидаторов и строителей выбросы радиоактивных элементов на Чернобыльской АЭС прекратились уже через полгода после сооружения защиты. С тех пор 4-й энергоблок находится под саркофагом. В нем законсервированы сотни тонн слабообогащенного урана и радиоактивной пыли. К сожалению, этот саркофаг поглотил не только пыль, но и сотни человеческих жизней. Как бы пафосно это ни звучало, стоявших на защите интересов своей родины. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.